Всем привет! Сегодня я записываю это видео с грустной новостью. Дело в том, что сегодня утром я зашел, как обычно, в интернет, и по ощущению это было, вот я не знаю, как, ну, как будто потерял своего друга, как будто потерял своего какого-то близкого друга, друга, который был всегда с тобой, я не знаю, и в горе, и в радость, и когда мне было и плохо, и хорошо. Друг, который был ежедневно со мной, который был каждый день со мной. Друг со странным именем GLKTZVSM. Да, я сейчас говорю о канале, который был, ну, нечто большее для меня, чем канал, потому что очень многое связано у меня с ним, много всего хорошего, всякого связано. Но факт тот, что сегодня утром, а возможно ночью, этот канал перестал существовать. Его удалили за нарушение, за неоднократное нарушение авторских прав. Тут не поспоришь ни с чем и не собираюсь даже. Другое дело, что Google в этот раз поступил очень странно и, я бы даже сказал, жестко. У меня было немало каналов, которые удаляли, но всегда выносилось такое предупреждение со словами, что у вас есть 7 дней, да, вот прям как в фильме, 7 дней, у вас есть 7 дней на то, чтобы вы там как-то могли урегулировать этот конфликт, там еще что-то с правообладателями, и даже иногда удавалось это сделать. В этот раз Google поступил очень жестко, то есть просто взяли они и удалили канал, ну, полностью канал, без всяких возможностей его восстановить просто. Я говорил, уже успел поговорить сегодня с менеджером из Quiz Group Movie, и мне сказали, что да, все, канал не восстановить. Видимо, у Гугла был уже давно зуб на этот канал, и они просто ждали момента, чтобы, ну, уничтожить его. На этот канал я ежедневно загружал новые видео, и, кстати, очень многие люди думали, что там работала целая команда. Меня много спрашивали, а сколько у вас там человек работает? Да сюда. Нисколько там человек не работало. Там был только я один. Я ежедневно искал видео, ежедневно их загружал. На это уходило и будет уходить. На это уходило немало часов каждый день, но а многие спрашивали, типа, ну, когда ты уезжаешь куда-то, ведь все равно как-то видео появлялись. Ну да, конечно, я подготавливал флешку, где были загружены видео. И даже если я находился в другом городе, я все равно находил какие-то там часы, там 1-2 часа, чтобы все-таки загрузить на канал. То есть ежедневно, каждый день более года я снабжал канал GLKTZVSM новыми видео, ну, тем самым радуя многих людей и тем, ну, одновременно раздражая многих людей. Ну, конечно, многих это раздражало, ведь сами подумайте, там было 24 тысячи подписчиков, ну, это еще так себе, но там было 100 миллионов просмотров, вы представляете? 100 миллионов просмотров на канале. Ну, в общем, все. Этого канала больше нет. И я уверен на 99%, на всякий случай 1% оставим, что его и не будет. Поэтому с сегодняшнего дня я начинаю раскручивать другой канал. Сейчас где-нибудь вот здесь вот я постараюсь написать его название. Название почти такое же, только вместо буковки VW, то есть GLKTZWSM. Не такое ровное, но тем не менее. Очень мне жалко канал GLKTZVSM.
очень жалко. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Раз так в Гугле решили, ну, пусть так будет. И как бы они нарушили свои же правила. Ну, это их правила. Как хотят, так и поступают. Тут уж ничего не поделаешь. Если мне что-то не нравится, ну, создавай свой сайт, где у тебя будут свои правила. Это, в общем-то, понятно. Спасибо всем, кто смотрел ежедневно видео на этом канале. Спасибо всем, кто писал мне что-то ободряющее, хорошее. Ну, в общем-то, все. Этого канала больше нет и не будет. И все, я больше ничего о нем не буду говорить. Все, GLKTZVSM удалили. Я это официально подтверждаю. Ну, в общем-то, все. Пока.